Богатыря Бетховена играет Виктория Гольцман. Лауреат международных конкурсов и премии «Молодые дарования России» оканчивает бакалавриат консерватории Института культуры с отличием. Чтобы научиться так играть, надо не только обладать талантом, но и с раннего детства обучаться на акустическом фортепиано, а оно сегодня становится по-настоящему элитным инструментом. Действительно, инструменты сейчас, в настоящий момент, очень дорогостоящие. Не очень много семей, где стоит вот настоящий такой акустическое пианино хотя бы даже, да? Ранее это было очень много инструментов в семьях, дети учились в музыкальных школах. Сейчас даже если дети учатся в музыкальной школе, порой вот спрашивают, а какой нам купить инструмент, чтобы он не занимал много места, полегче. И, как правило, останавливаются на электронных инструментах с утяжеленной клавиатурой. Настоящий акустический инструмент имеет свою специфику, говорят музыканты. База консерватории Института культуры – только профессиональные рояли и пианино для обучения студентов и концертного исполнения. Как говорит один коллега, например, вузовский, ректор вуза одного из вузов, увидев эти инструменты, он их сравнил с самыми дорогими автомобилями, наверное, по цене. Это вот именно так. Каждый из них столько стоит. Мы очень этим гордимся, этими инструментами. А это инструмент 21 века – японский сенсорный рояль-дисклавир. Таких инструментов в России всего 5. Совмещает возможности акустического рояля и обучающей программы. Он позволяет студентам брать дистанционные уроки у лучших исполнителей. Это возможность, во-первых, записать исполнение так, чтобы его можно было воспроизвести на другом конце мира. И здесь просто звучат те самые клавиши, которые необходимо нажимать при исполнении конкретного произведения. Причем воспроизведение абсолютно точное, что касается прикосновения туши. Дисклавир хранит в памяти лучшие концертные исполнения и позволяет студенту учиться воспроизводить все их динамические оттенки и экспрессию. В Институте культуры говорят, в нашей стране аналогов такой техники нет. Сегодня лучшие инструменты – это фортепиано зарубежных фирм. Здесь только изредка используют несколько советских роялей, которые сохранились еще с основания вуза 1975 года. Но их надо постоянно реставрировать.